Привет, дорогие друзья! Так или иначе, хотел поговорить об отношениях общества с властью. Независимо от того, верить в существование коронавируса или нет, существует он или нет, но власть сейчас столкнулась с дилеммой. С одной стороны, так как власти изолгались, я говорю конкретно российскую, а про общемировые власти, так как они изолгались, доверия к ним нет. Да, и, соответственно, народ, вот, посмотрите, если коронавирус есть, да, то народ властям не доверяет. И, соответственно, карантинные меры уже не так эффективны, как если бы народ доверял партии и правительству. Да? Представим другой случай. Если коронавируса нету, то афера такого масштаба говорит о том, что власти вообще окончательно совесть потеряли. Да? То есть в любом случае, независимо от того, есть коронавирус или нету коронавируса, власти у нас в полной жопе с доверием к ним. Произошла инфляция доверия к властям. Вот что произошло в наше время. Нет этой обратной связи, нет честности. За ложь не расстреливают, да? Поэтому власти считают допустимым врать своему населению. И вот что я заметил показательно. Если раньше на месте за одни только диссидентские версии сразу банили, ну типа как же это, ты препятствуешь карантину и так далее, то сейчас на месте спокойно об этом всем рассуждают, потому что немножко вернулись люди в реальность.